Вот вы только что видели партию из Киева в исполнении белоруса. Так уж сложилось, что у нас матчи Украина-Беларусь сегодня дублируются. Ну, очень много украинцев и белорусов осталось в числе 32 сильнейших. Таким образом, мы сейчас смотрим противостояние юного Евгения Салтовского и также Евгения Талова из Украины. 0-1 Талов проигрывает, и сейчас ему предстоит разбивать. Евгений Талов точно с разбоя. Начинает серию. Неплохой, конечно, чужой угол. Тут главное найти продолжение. Оп, вторым касанием забивает. Женя забивает этого шара. И сейчас будет скатывать понемножку в угловую лузу. Обрывается серия при счете 7-0. Меняются игроки у стола. Выходит Евгений Салтовский. Превосходный удар удается Жене. Спортсмену из Беларуси. 16 лет в этом году. 94 года рождения. Из Минска. Ой, падает случайный шар. Везет Женя. Извиняется он, конечно, за этот удар. Сидя у себя на стульчике, Евгений Талов только усмехнулся. Хотя понимает, насколько серьезный соперник ему противостоит. Этот юный белорус может дать бой украинцу. Пока, откровенно говоря, ничего не ясно в этом матче, но первая партия с Киева в исполнении Салтовского показывает, насколько серьезно он настроен на игру. В прошлом году Евгений Салтовский отличился тем, что выиграл первенство России среди юношей до 16 лет. Это было открытое первенство. И вот белорус, приехав в Ростов-на-Дону, выиграл среди 67 участников, занял первое место. Это было, пожалуй, самое высокое достижение Евгения. Ну, на Кубке Европы в прошлом году он участвовал во всех четырех этапах и в финал попал. Участвовал более-менее прилично, конечно, за исключением третьего этапа в Украине, когда попал в число
неудачников, скажем так, занял место с 81 по 96 среди 97 игроков. Но в финале из 32 он попал в 16 сильнейших. Ну, он собрал 6 шаров, а на седьмом допустил промах, который может стоить ему партии. Достаточно серьезную серийность показали на момбо игрока с самого начала матча. 1-1. Евгений Талов и Евгений Салтовский. Украинец против белоруса. Не задался разбою белоруса, и Украине сейчас имеет превосходную возможность забить шарик 2, а то и все 8. Сейчас ему предстоит решить, как играть этого свояка в середину. Будет ли он подкатывать чужого к угловой лузе? Да, наверное. Ой-ой-ой. Ошибается Талов и отдает Салтовскому превосходную позицию. Тот сильным ударом вколачивает шар в среднюю лузу и выходит на атаку в угол. Будет, наверное, даже... Да, будет подбой. Не успел я сказать, как уже произвел этот подбой Евгений Салтовский. Судья молчит, хотя в зале у нас раздаются достаточно отчетливые высказывания, что это штраф. Ну, даже по звуку удара, по контакту наклейки с битком было слышно, что удар был выполнен неправильно. Но судья уверен, что все было правильно, и Евгений Салтовский тоже даже не моргнул и продолжает свою серию. 7 шаров у него. Воспользовался он, конечно, ошибкой Евгения Талова.
Объявляет начало четвертой партии. Судья матча. Ну, видим, что не точен Евгений Талос. Разбоя. И уже две партии с Киа провел Евгений Салтовский. Да, у вас, уважаемые зрители, могут возникнуть вопросы, откуда они берут этих безумных белорусов. Кладет все, что видит Евгений Салтовский, проводит крайне уверенно эту партию. Зрители тем временем активно обсуждают, достаточно бурно обсуждают предыдущую партию, в которой многим показалось, что Евгений допустил ошибку и со штрафом забил шара. Ой-ой-ой, да что же ему удается? Ну? Чудеса, просто чудеса творит юный белорус. Да, улыбка, которая до этого была замечена на лице Евгения Талова, куда-то пропала. Три-один повел Евгений Салтовский. Третья партия с Кия из трех выигранных белорусом. Неплохой результат. Ну вот, точно с разбоя Евгений Салтовский. Если он не расслабится и продолжит исполнять свои удары в том же духе, как и в предыдущих партиях, мы рискуем увидеть и четвертую партию с Кия. Зрителей вокруг ТВ-стола уже даже не угомонить. Настолько бурно идет обсуждение того, кто это, сколько ему лет и что он делает. Ах, вот, не принимает луза шара. Маленько подзастрял он в губках, но выкатился и отошел подальше вдоль короткого борта. Да, неудача, конечно, постигла Евгения. Я имею в виду Салтовского, а Евгений Талов сейчас имеет все шансы провести хорошую серию.
небольших достижениях, пока еще небольших достижениях, поскольку турнирная карьера Евгения Салтовского достаточно невелика. Мы уже рассказали о том, что он выиграл первенство России среди юношей в прошлом году. Это достаточно любопытный, примечательный факт и хорошая победа для молодого спортсмена. Вот. Тем временем мы наблюдаем за игрой Евгения Талова. Украинец положил два шара, на оттяжке затянул, конечно, очень легко, вроде бы и уверенно, свояка в серединку. Вот еще один хороший шар, и есть небольшой подбой. Так вот, Евгений Талов, конечно, намного старше своего соперника. Он 88-го года рождения, из Днепропетровского, из Украины. Можно вспомнить, поскольку мы на Кубке Европы 2010 года, можно вспомнить 2009 год. Занял третье место Евгений Талов в Минске на первом этапе. В дальнейшем его судьба на Евротурах складывалась не самым лучшим образом, конечно, но попадал в 16 сильнейших в Москве. Серьезно оступился в Хмельницком. И четвертый этап, опять же, в Минске, он попал только в 48 сильнейших. Вот таким был Евротур прошлого года для Евгения Талова. Сейчас же мы видим, он собрал 6 шаров и отдал хорошую, весьма хорошую позицию Евгению Салтовскому. Женя начинает. Не удивляйтесь аплодисментам в зале. Тут проходят еще много игр за соседними столами. Они не менее увлекательны. Есть представители Молдавии на родной земле. Они выступают достаточно успешно. А еще до того, как шар даже коснулся губок Лузы, Евгений Салтовский понял, насколько сильный был брак при этом ударе. Ошибся, отдал инициативу своему противнику. Красиво, эффектно и, главное, очень полезно для себя сыграл этого шара Евгений Талов. 7 шаров у него на полке, он ведет 7-5 в этой партии. Ну что ж, посмотрим. Надо, конечно, сокращать отрыв Евгению Талову. А, бросился, хотел даже забить, наверное, 2 шара. Не один, так второй, но ни один не прошел. Молдавская публика весьма горячо и тепло приветствует победителей матчей. Очень приятно наблюдать, даже очень приятно за таким энтузиазмом болельщиков. Если уж сегодня такое творится на предварительной стадии и в Олимпийке, что же будет на финале? Страшно представить. Практически одновременно выдохнула половина зала, когда увидела то, что вытворяет белорус на столе.
Властелин шаров, сукна, бильярдных плит, бортов и всего прочего. Нет, вот это достаточно сильный промах. Удастся ли безопасно поставить шары? Ну, смотрю, смотрю, не могу понять. Наверное, будет атаковать все-таки Евгений. Но вы видите сами, что не собирается. Он даже прицеливаться не хочет, и он бить этот шар. Зрелищно яркий матч, конечно, мы с вами наблюдаем. Отыгрыш. Нет, это не отыгрыш, это ошибка. Беларусь сейчас кинется, как голодный волк на этот шар. Должен забивать. Впрочем, достаточно большая дистанция. Есть. Публика в зале наконец-то приняла сторону белоруса, хотя до этого более очевидно было, что болеют за украинца. 4-1 ведет Евгений Салтовский против Евгения Аталова. У нас в матче небольшой перерыв. Пока у нас перерыв, вы могли слышать, что в зале раздаются весьма громкие аплодисменты и даже речевки «Виджай молодец!» «Виджай Дрангой проходит вперед!» Он уже в числе 16 сильнейших.
Мы возвращаемся к матчу. Евгений Талов разбивает, и он успешен с разбоя. Проигрывает он пока 1-4 Евгению Салтовскому. Подкатывается шарик с центральной лузи. Завершился подход Евгения Талова всего лишь одним шаром, который он положил с разбоя. И отдал весьма выгодную позицию своему противнику. Тоже Евгению, напомним, этого молодого человека зовут Евгений Салтовский. И он камня на камне не оставляет просто от Евгения Талова, выигрывая его 4-1. Ну вот и промах. Давненько мы не видели промахов у Евгения Салтовского. Чаще он складывал партии с кия. Не воспользовался ошибкой Талова Салтовский. И Талов возвращается к той же позиции, которую оставил. Практически к той же, что и оставил Салтовскому. Сейчас ему предстоит собрать несколько шаров. Аккуратный свояк в середину. Уверенно развивает свой успех в этой партии Евгений Талов. Нельзя сказать, что успех в матче его преследует. Да ладно. Промахнулся Женя, причем промахнулся достаточно сильно.
начинаются появляться первые признаки нервозности у Евгения Салтовского. Отдает, он откровенно отдает эту партию Евгению Талову. Завершилась партия в пользу Евгения Талова. Не составило ему труда собрать последние шары после ошибки Евгения Салтовского. Ну что ж, посмотрим, что предпримет Талов сейчас далее. Ему надо догонять белоруса. Если он, конечно, хочет продолжать свое участие в турнире. Видели, что ошибся с разбоя Евгений Салтовский. Как-то он даже обмяк после этого удара, расстроился, и как бы белорус не потерял нити игры. Вряд ли задумывал, конечно, Талов забить два шара сразу. Предпочел бы он оставить свои как где-нибудь между двух губок. Но шар упал в лузу беспрепятственно. Аккуратный свояк обходит вокруг стола Евгений и продолжает свою серию, атакуя левый угол. Вот она цена неправильного, неточного разбоя. Одна ошибка, и 7 шаров уже собрал Евгений Талов. А вот и 8-й партия скья. 4-3 сокращает до минимума отставание от Салтовского Талов. И в отличие от Салтовского Талов достаточно спокоен теперь. 4-3 это не 4-1, не тот счет, с которым он проигрывал. Может себя чувствовать уже более-менее спокойно.
Началась восьмая партия. Евгений Талов разбивает и не точен. Шаров Евгений Салтовский, но не пошел. Не пошел в чужую середину, и что ж. Опять отдает он инициативу украинцу.
нас некоторые перебои с интернетом, но сейчас вроде бы связь наладилась и картинка есть. И мы с вами наблюдаем, как Евгений Салтовский противостоит Евгению Талову. Талову удалось собрать 6 шаров, но сейчас на подходе белорус. Он уверенно догоняет. Отыгрался. Не только кладка сильна у белоруса, но и отыгрыш тоже неплох. Отыгрывается Евгений Талов также. Сыграл вдоль короткого борта. Уводит прицельного шара подальше на дальнюю 1,5 стола Евгений Салтовский. Да, атакует Евгений Талов, но, как видим, своя у него не проходит. Вставляет игру на середину. Сыгрывает Женя достаточно простого шара. Делает сам себе выход на угол. Отыгрывается не очень уверенно. Надо было ставить, конечно же, поближе к борту. Ну, 6-5 у нас уже в 8-й партии. Может быть, удастся догнать своего юного тезку. А может быть, он наступит эту партию, и счет станет для него критическим. Матч проходит до 6 побед. По очереди отыгрываются соперники. Ну, такого дальнего, наверное, попытается атаковать Салтовский. Не дрогнула рука у Евгения, и забил более чем уверенно. Оставил причем еще свояка на игре. 6-6 в этой партии по шарам счет. Ну вот, достаточно простой шар не падает. И у Талова превосходная возможность вырваться. Не то, что вырваться вперед в этой партии, а собрать ее себе. Счет может уже стать равным. Евгений Талов проигрывал 1-4. Может уже сравнять счет.
Играет этого Шараталов, и, пожалуй, Евгению Салтовскому надо взять перерыв.
Ваш комментатор, равно как и Евгений Салтовский, решил воспользоваться перерывом. Немного отдохнули вы от моих комментариев. И я снова с вами возвращаюсь к матчу между Евгением Таловым и Евгением Салтовским. Ну что ж, похоже, перерыв больше пошел все-таки на руку Талову, чем Салтовскому. 4-4 в матче до 6 побед. Обмен ошибками. Достаточно непростым был этот свояк. Как-то Женя слишком самоуверенно отнесся к удару. Оставил Шара недалеко от ближней к нам правой лузы. Наверное, будет бить такого чужого Евгений. Даже не наверное, наверняка. Сам себе создал продолжение. Уже 5-1 в этой партии. Шестой шар, и вот-вот-вот подходит седьмой к лузе. Нет, наверное, будет, конечно, играть свояка с дальней половины стола. Хотя чужой выглядит тоже неплохо. Рассматривает оба варианта талов. Украинцу больше по душе свояк. Аккуратно бьет, но недостаточно тонко он его сыграл и попал биток в длинный борт. Оттолкнулся от него и выкатился ближе к центру, ближней к нам половины. 6-1, не все еще потеряно для белоруса. Может он побороться и должен сейчас атаковать. Атаковал сразу две лузы. Один шар успешно падает в середину. Будет продолжение туда же. Ну что, собрался белорус или нет? Давненько мы не видели серии в его исполнении. Последние три партии солировал исключительно Талов. Но вот, смотрите, ну, отличный шар просто падает у Евгения. Психологически Салтовскому надо, конечно, брать эту партию. Он это понимает, не рискует и отыгрывается. Удобный шар для отыгрыша. Но у нас катит такого свояка. Ой, очень аккуратно играет Талов и выкатывает. Причем чужого в противоположную, к дальней половине стола. Прямо на игру. Уверенно забивает. Четыре партии подряд берет Евгений Талов. И он теперь уже лидирует. 5-4. Его соло продолжается в этом матче. Евгений Талов точен с разбоем. И тут
тут же уже не успели шары остановиться, он уже высмотрел тот, который хочет атаковать. Неплохая парочка, надо, конечно, тянуться. Мне очень удобно бить. Но играть его надо. Падает чужой. Рассмотрит вариант перехода на другой фланг Евгений Талов. То, что удалось украинцу, не удалось белорусу. Ему удалось собраться в нужный момент и повести в матче. Евгений Салтовский всю инициативу растерял, выигрывал, имел отличные шансы на победу, а теперь его шансы улетучились просто как дым. Красиво, красиво проводит эту серию Евгений Талов. Она может быть решающей в этом матче. Если он выигрывает партию, он выигрывает и всю встречу. Сыгрывает и шара, который сам же подкатил к лузе. На винте биток перекатился на дальнюю половину, крутится, да, остановился, все. Можно играть. Можно бить чужого и даже с подбоем, но предпочитает свояка. Чужой был не самой приятной резкой. Вот считанные минуты отделяли, по сути, Евгения Талова от поражения. Но он сравнял счет, вышел вперед. И теперь ему остается один шар для того, чтобы оформить свой выход в 1/8. В 1/16, прошу прощения. А, да, в 1/8. 16 игроков у нас остается сегодня. И сегодняшние матчи в клубе Billiard Hall определят 8 сильнейших. К ним мы вернемся уже завтра. Завтра в Billiard Hall будут играть не только мужчины, но и женщины. Ждут нас очень увлекательные бои на бильярдном сукне. Серьезный промах. Ну, при таком раскладе практически нечего терять Евгению Талову. Он ведет 7-0, он ведет 5-4 во встрече. Но Евгений Салтовский еще успешно огрызается. Очень красивого шара сыграл. Да, если бы не несколько... Нескладная такая, несвязная середина матча и практически окончание матча со стороны Салтовского, это была бы самая красивая игра пока что на сегодняшний день. Очень хорошо провел начало этого матча Евгений Салтовский, повел 4-1, складывал с кия партии, и вот Евгений Талов завершает 6-4, 5 партий подряд он выигрывает. И проходит вперед. Что ж, поздравляем Талова.